Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, кофейку, берите вкусняшки, печеньки. Продолжаем играть в игру «Мафия. Третья часть». Продолжаем мафиозить. Друзья, несмотря на то, что игра имеет очень много лагов, багов и прочей фигни, она не перестает нас удивлять тем еще, что ее блокируют за музыку, за всю херню, короче. Причем блокируют просто в хлам. Ее нельзя просто смотреть. Вот, поэтому, друзья, музыку я убрал совсем, от слова вообще. Звук музыки, то есть, поставил на ноль. Я надеюсь, музыка играть не будет, чтобы нам хотя бы как-то что-то оставить. Я не знаю, что еще делать. В общем, ситуация такая себе. Так, тем не менее, подожди. Тем не менее, мы находимся где? Мы находимся... А, вот нам нужно вот сюда, во. Не понимаю, почему каждую загрузку эта игра пытается выкинуть нас в какие-то непонятные места. Прошлую серию закончил на том, что я был уже как бы возле нашей точки, где нам нужно выполнить задание. Сейчас меня отбросило опять почему-то к хуям собачьим очень далеко. Ну ладно, ну ладно. Ой, странное что-то здесь происходит. Ладно, погнали, в общем. Надеюсь, проблем с авторскими правами больше не будет, потому что, ну, я не знаю, что делать. Удалили и стрим, самую первую часть, вторую часть не знаю, удалят или нет, еще посмотрим. Это у нас уже идет третья часть, представьте себе. Так. Тут надо не спеша, там вовсю нас палят. Палят, давай попробуем обойти каким-нибудь образом этот забор. Что, через главный парадный вход мы же не пойдем? Вот, отлично, есть у нас обходные пути. Так. Так, стоят там два чувачка, и их еще ходит вот там вот где-то кто-то. Давай попробуем не трогать этих двоих, а просто вот сразу пробежать. У нас получилось. Идет один, сейчас мы его бахнем, смотри. Доброе утро, мазафака! Так, отлично. Так, тут вроде никого. Блин, надо было труп забрать на самом деле, затащить. Погоди. А здесь вообще можно было через церковь зайти, смотри. А. Через церковь можно было зайти и не париться вообще, в принципе. Игра, понимаешь, и вот игра сделана интересно, на самом деле, интересно. Но, блядь, вот эти вот мелкие всякие баги, вот эти вот всякие проблемы, это просто что-то с чем-то. Так, давай посмотрим. Револьвер, вижу, лежит. Ага. Пошел куда-то. Ладно.
Можно поверху вот как-то, видишь, пробраться. Как, пока что непонятно. Ага, и все. Ну тогда по-любому здесь сюда поверху давайте. Далеко я не пойду. Вот и сам... нет, в другой комнате, погоди. Уничтожьте героин Чарли написано. Я не против. Так, а он где? А, это аптечка показана. Ай, ёб твою мать. Значит, пошли попробуем повыше подняться все-таки. А не получается. Все. Была у вас так... А, нет, вот, можно. Давай, да ты ч... Вот, молодец. Хотел сказать, была у вас возможность подняться повыше, но вы ее проебали. Не, нифига. Так, а здесь, слушай, а здесь и некуда больше. Окон-то кот наплакал. Одно окно и все. Слушай, ну да, здесь не попадешь никуда. Здесь только если отстреливаться. А отстреливаться нам не интересно. Ладно, черт с ним, давай попробуем, знаешь, еще что сделать. Попробуем. А, там все, там не пройти, да? Да, тут совсем, ну никак, все никак, блядь. Ну, значит, придется сюда идти, все. Это что? А, дробовик, нет, дробовик нам точно не нужен. Так, ладушки, давай делаем это. Делаем это, есть. Хрена себе! А ну не смотреть! А ну не смотреть! Никто сюда не смотрит. Так, мне надо как-то быстро пробраться. Цели. Выгодные цели — это люди, приносящие доход, операции и бизнес. Уничтожили их, чтобы нанести... Да, понятно. Тихо! Стойте спокойно. Так, нас палит один чувак. Он какой-то вообще слепой от слова совсем. Готов. Друзья, я, честно говоря, я не знаю, что получится с этой игрой, потому что, ну, вы сами видите, что тут, вы сами видите, что тут видно, вот, и поэтому, как бы, если ее заблокируют, значит, ее заблокируют, друзья, без обид. Вырезать просто кадры, как-то что-то убрать, я просто тупо, ну, не могу. Музыку я еще как-то пытаюсь убрать, но... Куски видео я вырезать просто не могу. Минус. Вот звук немножко пропал. Минус. Смотри, идут и идут. А чего это они идут? Они увидели, что тетки убегают, да? Ну ладно. Бляха. Есть, я успел. Охренеть, он жесткий тип. Готов. Есть.
Спокуха? Есть. Остальные просто перехотели сюда идти, походу. Вы серьезно? Вот это вот тоже очень глупо. Куда он идет? Это тоже очень глупо, потому что... Сейчас объясню, почему, если успею, погоди. Это очень глупо, потому что мы... Мы вредим бизнесу, собирая просто пачки денег, можем собрать, понимаешь, на толчке, еще где-то. Смотри, тут мы уничтожаем коробку героина. Коробку. Понимаешь, не коробочку, а коробку. Вот сколько в этой коробке может быть? И мы даем 1000 всего лишь урона по его бизнесу. 1000 баксов урона по бизнесу какого-то наркодилера. Я уничтожаю коробку. А вот 7000, это уже хоть как-то. Вот стоит сказать, поругать игру, игра начинает исправляться. Ну вы представляете, ну блядь, ну коробку, блядь, героина, блядь, 1000 баксов. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так, мы все уничтожили, мы молодцы. Ага, допросите наркодилеров Чарли. Так, а где их допрашивать надо, друзья мои, пожалуйста... А, вот здесь, наверное, да? Аптечка. Нет, подожди. Тихо. Тоже нет. А где? Ночной клуб Пёрла. Блошиный рынок. Азы. А где? Я не знаю где. Вот не знаю и все. Вот было задание. И пропало задание. Протрубили трубы, значит, вы на вражеской территории, типа, да? Готов. Знаешь, как бы это назвал? Допизделся. Нехер ходить и громко кричать. Нехер. Все, полежи пока, помолись тут, короче говоря. Так. А мы тем временем идем вот сюда. Вот это херово. Вот откуда ты взялся, красавчик? Откуда он нарисовался? Непонятно, ладно. Так, я не врубаюсь. Убить головорезов 0 из 2. Так я всех перебил опять же. Смотри, я всех перебил. Чё за приколы, я не понимаю, честно. Я аж всех завалил, вообще всех. Убивайте, говорит, головорезов. Ну и вот. Я вообще больше никого не вижу. Какие головорезы? Вы о чем говорите вообще? Игра, конечно, немножко баговая какая-то. Либо я что-то не понимаю. Вот кого тут убивать, я понятия не имею. Откройте карту, чтобы выбрать задачу. Хер с ним. Давайте откроем карту. Почему бы нет?
Давай вот сюда вот поедем. Деньги можно спрятать в подвале. Бар Сэмми. А, так это вот бар Сэмми. Так, ну а тут-то что делать-то? Убивать? Я убил всех. Так, а вот это что, подожди? Это клуб Перла. Это ладно. А, вот, наверное, смотри. Вот оно что. Все, я понял. Так, сначала сейчас выкидываю бабки. Сейчас выкинем бабки, потому что очень, очень много. У нас 10 тысяч наличности с собой. И помимо этого, я еще, знаешь, что хочу? Я хочу... Так, наверху где-то показывает, да? Я хочу... Ты что, серьезно, не можешь подтянуться вот здесь? А, на крыше бабки лежат. Вот просто лежат на крыше деньги, смотри. Ну это же смешно. А... Хочу купить пистолет себе я. Вот. Договорил я все-таки до конца. Хочу купить себе я пистолет. Хороший, мощный, прикольный. У меня вроде появились денежки. Сейчас мы это все дело... Ага, броник я забрал. Аптечки у меня полные. А, кстати, давай используем аптечку. Давай еще, еще дозу. Так, больше тебе нельзя, дружище. Все, да, больше нельзя тебе дозы. Так, все, к дому надо бежать. Надо стремиться к дому. Бляха, тут не выйти. Тут не выйти. Через эту можно выйти, я знаю. Через церковь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, тачка. Тачка, где тачка? Ой, тихо-тихо, я уберу ствол, да, а то что-то люди нервничают. Так, вот стоит моя машина. А еще у меня вопрос, как сохранять все-таки машины и улучшать их. То есть, как улучшать-то я понимаю, а как сохранять? То есть, если я буду улучшать тачку, да, то мне нужно, чтобы вот, например, улучшалась именно вот эта тачка. Как это сделать, я пока не разобрался. А, так, отмечаем. Вот давай до дома доедем. Много непоняток, много непоняток. Единственное, что мне здесь нравится, как сделали... Блядь, я просто испугался, что баба под колеса прыгнет. А единственный вариант прикольный сделали здесь в управлении. Вот когда не в управлении, а вот когда ты едешь, смотри, на дорогах появляются знаки, куда тебе надо ехать. Знаки тебя немножко направляют. Вот, видишь, чик-знак появился. Это приятнее на самом деле, чем их, когда их вообще нет. Так. Дом, милый дом. Так, 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 сейф, 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 вот сейф. Выложили баблишко, ага, 10 тысяч у нас по баблу, неплохо. Так, и... А, здесь нельзя выбирать, да, ладно, надо выйти на улицу, чтобы... Зайти в меню. Сейчас, подожди. Смотри. А, так, вот, отлично. Едет машинка, едет, смотри, едет. Фургонада. А, просто вот так вот.
И мужику открыло, там, блядь, пулеметы, нахуй. Он такой, о, в машине, смотри. Охуел, да, чувак? Я сам охуеваю от такого. Ой, просто так посередине, блядь, дороги встал, блядь, открыл двери, блядь, и все просто смотрят, блядь, на склад, блядь, стволов. Пополнить. А, слушай. Ого! Интересно, улучшения всякие для этих. Короче, я Blackburn, вот есть, смотри. А есть такая штука, она мощнее, чем у меня, я хочу ее купить. А купить? Так, я пополнил боезапас. А купить я не могу, потому что... Почему? А купить я не могу, потому что у меня деньги, блядь, в сейфе лежат. Ну, гениально, блядь. Ладно, попробуем взять денег из сейфа, давай. Как взять денег из сейфа? Я хуй знает, как денег из сейфа взять. Он туда может только положить деньги, блин, а взять он не может. Деньги из сейфа... Блядь, вы серьезно? А все, он не юзает сейф. Заебись. Я что-то не понимаю, реально. Вот я просто не понимаю, к чему такие сложности. Зачем? Откат. Один из наших подручных впервые оттянул вам откат. Имеющийся откат всегда показан на карте рядом со значком убежища подручного. Откат, доля до доходов. Да понятно, я знаю, что такое откат. Так, а где? Всегда, говорит, показан на карте. Может быть, вот это? Нет. А, вот, откат 360 баксов, я видел. Заедем. Фургончик смерти. Так, давай попробуем еще раз. Пистолеты, смотри. Экипировано. Вот у меня, видишь? Отлично. А, так он стоит 13 тысяч или сколько? Плохо как... Вот посмотри, ты видишь что-нибудь? Сколько... Вот стоимость какая у него? Мне херово видно. Я реально не вижу стоимости. Короче, он стоит дороже, чем больше, чем у меня есть, походу. Он стоит 1013, походу. Я в ахере. Пополнить боезапас, экипировано. Я смотрю, что здесь. О, ну угадайте, что это за пуха. Да, это она. И она мне очень нужна будет. Так, ладно, пока мы ничего не можем сделать. Вагончик смерти уезжает. Мы бежим дальше. Так. Смотри, мы заедем сюда. Побегаем по району. Здесь какие-то часики есть, я не понимаю. Блошиный рынок, я не знаю, что-то. Потом мы поедем уже вот сюда как раз. Так что... Ура! На приключения, на поиски приключений! Тихо. Я кое-что увидел. Нам же нужно расставлять жучки, паучки. Обязательно, скажете вы. Поэтому мы будем сейчас взламывать эту херобору. Готово. Так, взломаем задний вход. Отлично. Ебаться, сраться, вот это да. Я ухожу. Глупо. Вот это реально глупо. Реально, то есть я зашел к какому-то чуваку,
Он такой, типа, что ты здесь делаешь, да? Я такой, молча, знаешь, смотря ему в глаза, прокрадываюсь, стаскиваю молча, смотря ему в глаза журнал плейбоевский, молча ухожу через дверь. А чувак просто стоит, как бы на меня смотрит и молчит. Такое себе. Давай вот сюда вот еще заедем, еще здесь жучок поставим. А, здесь не жучок, здесь не ставить, в смысле, здесь нужно забрать именно жучок. Так, дверь вообще не функционирует никак, заебись. А там дверь не работает, входная. А, вот еще одна есть, погоди. А, и тут не работает, заебись. А как мне вовнутрь попасть, во внутряночку этого дома? Никак. А, вот, погоди. А, вот где она валяется. Нихера, на помойке. Ебаться, сраться, кто же мог подумать? Так, даем заднюю. Или поехали прямо, лучше проедем, какая нам разница? Все собрать надо, чё, блин. Смотри, сколько всего валяется. Так. Я их по запаху нахожу, интересно. Вот еще одна, смотри. Все на помойках просто. Я, походу, их по запаху ищу, это точно. Сейчас вот туда вот еще заедем, там еще на карте у нас по пути еще одна. Ну-ка! Чё ты бросаешься, как придурочные вы, блядь, падаете? Опять на помойке, ну точно. Блядь, едет машина, припарковывается, он, блядь, уже все, блядь, прыгает в сторону куда-то на тротуаре, мужик, я в ахере. Ладушки, давай, давай, ну давай, ну, ну давай, подожду, проходи, ага. Все, едем за откатом. Так, вот здесь можно установить, подожди. Прослушку установить, подожди, надо, надо. Бля, как же неудобно здесь камера работает, бля. Так, через эту не пере... Подожди. Бля. Так, ладно, давай с другой стороны попробуем обойти. Привет, подруга. Так, может быть, пройти через клуб? Так, ага. Нет, на кухню пускают. Нарушение границ, я понял, только для персонала. А мне бы... Все, я ухожу, я понял, извините. Да, так не про канала. Нет, а можно было бы пройти, но он меня увидел, все дела. Ага. Ага. Так, вот мы во внутреннем дворике как раз. Отлично, отлично. Отлично. Есть.
Здесь коктейли Молотова есть, крутой, прям такой блестящий грузовик. Так, коктейль Молотова я не буду брать, а вот это вот... А вот это давай попробуем сюда зайдем. Тем более люди не особо сильно обижаются, когда я захожу к ним. Так... Ой-ой-ой. Все, я ушел. А где нарисовано? Вот смотри. Привет. Как дела? Я не прятался. Я просто стоял, облокотившись на стену. Я пойду. Все, я ушел. Я ушел. Ладно, не будем насаждать этому мужику. Насаждать. Ой, господи. Так. Сейчас мы здесь все соберем, потом уже пойдем. Ох уж это жадность. Я вот это вот все собрать, все подобрать. Так, подожди, мне надо выйти, кстати. Это может быть... И есть наш выход, да. Так, побежали туда, как пришли, короче, так и уйдем. Здесь мы не пройдем? Нет, здесь мы не пройдем, блядь. Или пройдем там, да. Дверь-то есть. Нам к машине надо, я пытаюсь к машине коротким путем пройти. Вот и все. Вот и все. Легко и просто. Так, тут копы. Аккуратно, так. Вот чё они падают под машину? Она просто прыгает сама под тачку. Вы, блядь, люди в своем уме вообще, нет? Зачем вы это делаете? Ой, бля, я не доеду, я ставлю ёбаные жучки, я уже заебался. Блядь. Есть. Так, здесь нарисована какая-то кухня вообще непонятно. А что нам дает кухня, интересно? Мы можем покушать, может, здоровье восстанавливает? Давай попробуем зайти, смотри, вот кухня нарисована. И чё? Welcome. Добро пожаловать, здравствуйте. Он очень похож на того, который меня прогонял. Так, и чё? Так, хорошо. И чё? Что ты меня смотришь, смотри. Бля, взял, уставился и смотрит на меня. Ладно, хрен с ним. Не знаю, что он на меня смотрит так. Не знаю, зачем этот значок. Типа. А-ля кухня, вилка, ложка, типа столовка, не знаю. Я думал, там можно зайти покушать, а он мне даже ничего не предлагает. Ну ладно.
Нет, так нет. Приехали, походу. Походу приехали, надо поставить очередной жучок. Или поднять, подобрать его, я не понимаю. Там по цветам они разные, но как-то плохо видно все. Так, давайте вот сюда забежим. Шмяк. Бам, есть. Да, это подобрать еще очередной. У меня уже этих жучков херва туча, 5 штук. Подобрали один. Вот там, по-моему, еще один. А, здесь я вообще могу переодеться даже. Ничего себе. А что это за место? Погоди. Да не то. Это что у нас такое? Кассандра. В этой лавке буду... А, все, я понял. Хорошо. Слушай, у нас еще есть вот бокалейщик. Он почему-то не хочет отмечаться на карте, но он есть. Так, через это он не перепрыгнуть не может. Спортсмен херов, блядь. Напротив есть какой-то вот блошиный рынок. Я не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Pawn and Loan. Здорово. Всегда приятно видеть вас, сэр. Хорошо. А зачем? Просто вот объясните, зачем я здесь? Для чего я здесь? Давайте попробуем грабануть кассу. Нет, не буду, нарушение границ не... Короче, какая-то херня реально. Я не понимаю, что это значит. Вот честно, не понимаю от слова совсем, зачем это все. Нахера это, я понять не могу вообще, вот честно вам говорю. Давайте зайдем. Здесь у нас откаты, не здесь. А, откаты мне предоставляет вот сама вот эта вот. Слушай, ну что-то откат 360 баксов, это какой-то уж совсем дохлый откат, вам не кажется? Вот какие деньги приносит нам твоя работа. Бери, ты заслужил. 360 баксов? You deserve it. Вот тебе, блядь, я мусор раскидаю по всему дому, блядь, за такие деньги. Так, давай попробуем с ним поговорить. Черный получит хоть какой-то шанс в этом городе, только если мы станем держаться друг за друга. Дай мне больше территории, я тебе не забуду тебя, блядь. Я тебя понял, хорошо. Пока бежал, что-то задел там рукавами своими, я в ахе. Так, машина сама встала на парковку, это неплохо, мне нравится. Так, ладушки, так, мы едем дальше бомбить вот эту вот херобору, так. Погнали. Не туда погнали, в другую сторону погнали. Так, валяется опять какая-то там схема, блядь. Готово. У меня уже 5 прослушивалок, я не знаю, куда мне столько, будет 6. Где она валяется? Вот она валяется. 6-я прослушка. Не дома, помойка. Так. Ту даже подбирать не хочу, она справа, я нахер время только тратим, блядь, на это говно. Вот так вот игра глючит, прикинь.
Это не стрим, это не видео, ничего, это именно просто встала игра. Я аж просто сидел, смотрел, думал, и чё? Просто, блядь, игра просто решила пофризить немножко. Почему бы не пофризить? Действительно. Почему бы мне не пофризить, подумала игра и начала фризить. Багов куча в игре, я повторять это не устану, но игра интересная, игра действительно классно сделана, она реально вот прям вот такая, ну прикольная, мне нравится. Даже учитывая то, что я играю на самой высокой сложности, но при этом ИИ здесь просто на нуле. Вот просто на нуле. Он тупой, как я не знаю кто. Я реально думал, что когда я поставлю высокий уровень сложности, я просто буду охеревать. Но нет. Так. Тут прям нарисованы два чувака, погоди. Где-то вот за углом там стоят два... Вон они стоят, два чувака. Допросить? Бегом, бегом, бегом за ним, бля, во какой шустрый ты глянь, а! Ага, руки на приборку, мазафака. Погнали, покатаемся. Нам сейчас нужно превысить скорость, чтобы он обосрался и все нам рассказал. Погнали. Я надеюсь, нам хватит дороги, и мы не врежемся в стену куда-нибудь, блядь. Машина пипец, еле разгоняется. Молчишь? Ну смотри! Скорости у нас космические, запредельные, блядь! Скоро ты обосрешься и будешь ходить в обосранных штанах! Сышься, сука! Сысь! И срись еще, все. Завербовали еще одного, но он очень похож на предыдущего почему-то. Так, едем обратно. Нам же там нужно что-то сделать. Одного я грохнул... Да ладно, нам сюда надо, да? Одного я грохнул сразу. Одного я грохнул сразу в этом клубе. Другого мы завербовали, мы вообще крутые молодцы. Убить головореза Чарли. Ой-ой-ой! Все-все, я ухожу, я ушел. Хера себе, это реально бандюга, просто типа такой мне, иди нахер, просто я толкнул. А я такой сделал вид, что такой, а, да, извини, и ушел. Прикинь, то есть конфликта сразу не было, как интересно. Вот это нет, это реально интересно. Обычно они просто начинают сразу стрелять, как бы, знаешь, и все, и ты такой, блядь. Причем еще издалека, когда они тебя еще даже не видели, нахуй. Так, нам нужно проникнуть. Как нам куда-то проникнуть? Давайте посмотрим. Я не хочу много стрелять. Там вообще копы стоят. Это вообще не вариант. Ага. Здесь тоже особо... А, здесь можно вот здесь спуститься, типа, да? Так, ну, тут лестница, дружище. Молодец, ты догадался. Ты догадался, я все равно спрыгнул. Бля, тут все равно нету входа никакого, смотри. Я вижу баллон с газом, который можно взорвать, но мы этого делать не будем. Шухер такой поднимется, что мама не горюй. Вот еще один, блядь. Ушел.
20, soon. Get more shit sent over. 30, 35. Damn. Просто вот так зарезал чувака, они ходят дальше. Ну, пускай ходят. Кто-то бабки считает где-то. Голос слышу, а не вижу никого. Вот и все. Давай мочи его! Готово! Ложись! Меня убили! Нихера! Вот это было сложно, да. Ну здесь и не подойти нихера, но дело-то мы сделали, да, по идее, нет? Поговорить с Донованом, да, мы все сделали, в принципе, нам по барабану, убили нас, не убили. Стрелять неудобно вообще, слушай, я поставил автоматическое прицеливание на средний уровень. Но могу сказать, он вообще не целится. То есть от слова совсем. Он прям вот не целится вообще. Он даже в нужную сторону даже не поворачивается, в принципе, по-моему. Мне кажется, автоматическое прицеливание здесь работает только на кулачных боях вот этих, и все. Мы потеряли 229 баксов. Охереть. Поговорите с Донованом, да, мы все сделали, мы молодцы, посмотри, какие мы, а? А здесь что? Так, вот это Делрей Холлу, убить головореза Чарли. Делрей Холлу поговорить с Донованом, хорошо. Мы по пути сделаем и то, и это, почему бы и нет. Что, нам стоит просто проехать мимо и завалить чувака, объясните. Ничего не стоит. Вот это телега, у меня так телега. А вообще, друзья, да, мы сейчас оставим, это задание мы выполнили. А мы сейчас доедем и на этом, наверное, закончим сегодняшнюю серию. А вот что вот это такое, смотри. А оно не обозначивается на карте. Вот кружок вот этот, мне интересно, это что? Такой вот, видишь, кружочек нарисован. Я понимаю, что мы оттуда только что там были и нас там убили, но... Мне просто интересно, что это за кружок. И он ничем не обозначивается, кстати. На карте, никак. Ладно, хуй с ним. Там просто копы стоят, не хочу вмешиваться. Мы приехали так быстро? Так, тихо. Такой базарец. Смотри, здесь эти крючатся. Вы что, наелись что-то? Че вы стоите? Вам плохо всем или что? Ё-моё. Хрена себе тут народу. Минус один. Сразу. Идет второй. Минус второй. Минус третий. Я говорю, они просто... Ебать. О, мне больно, мне больно. В голову ранил, в голову, и он... Да вы охерели, лечимся. Чё за приколы, мать вашу? Упал? Я ему четко в голову, а ему по барабану. Видел опять? Они терминаторы какие-то, мать их.
Так, бабки, 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 собираем бабки. Зря ты сюда пришел, дружище. Все готово. Блять, у меня патронов мало, это очень напрягает реально. Так. А, где наша машина? О-о-о, понятно. Вот, друзья, вот на этом теперь можно и закончить. Еще одних головорезов мы каких-то захерачили. А теперь нам нужно поехать поговорить с Доланом. А чё я бегу? У меня же машина-то дерьмовая, все равно нахер я ее это самое. Давай посмотрим машину получше. Ну нет, ну вы издеваетесь, что ли. Сейчас выберем машину и закончим, друзья, на этом. Нам нужно что-то приличное такое, хотя бы, знаешь. Во, давай посмотрим здесь. Нет, 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 нет. А хотя они все красивые, я тебе скажу, честно говоря. Они реально красивые машинки. Но это не то, что я ищу. Вот у меня была красивая машина, в самом деле. Куда она делась, я опять не знаю. Она куда-то пропала. Давай возьмем вот эту. Так, мы просто уехали и все. Из подозреваемой зоны просто взяли и уехали, смотри. Почему бы нет? Вон у них полиция, да, прикольно. То есть прикались, да, машину угнали, такие свидетели. А, я позвоню в полицию, звонят в полицию. Что случилось? Тут угнали машину. Окей, хорошо. Такие приехали на место, машины уже, конечно же, нет. Они такие посмотрели. Угу. Ну, все понятно, машину угнали, мы найти ее не можем. И все. И вот они ездят, вот так вот и делают все время. Так, подождать, давайте подождем. Дождаться Донована. Да, друзья, дождемся, но дождемся мы его в следующей серии. Друзья, подписывайтесь на канал, поддержите меня подписочкой, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делайте репосты. Конечно же, ставьте колокольчики, чтобы... О, видите, как удачно, низкий уровень заряда аккумулятора. Конечно же, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видосы, новые стримы, чтобы приходили к вам оповещения. Также переходите в контакт, группа Борода Play Game. Ссылочка будет в описании под видео. Также подпишитесь, поддержите меня, пожалуйста. Мне будет очень приятно. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Удачи, пока-пока. Надеюсь, это видео не забанят.